Совбез ООН, как ожидается, сегодня обсудит обстрелы Турции и курдских сил на территории Сирии. Вопрос поднят по инициативе России. Заседание пройдет за закрытыми дверями. Анкара, напомню, уже несколько дней наносит артиллерийские удары по отрядам курдов, которые сражаются с террористами в приграничных районах. Тем временем в Дамаск прибыл спецпосланник генсека ООН Стаффан де Мистура. Он намерен встретиться с главой МИДа Сирии Валидом Муалемом. Главный вопрос – возобновление консультаций между правительством и оппозицией. Новый раунд должен начаться в Женеве 25 февраля. Между тем, президент Сирии Башар Асад, выступая в Дамаске, заявил, что конфликт в Сирии не является внутренним. Он был навязан извне, и бороться с террористами правительственные войска намерены до победного конца. Когда Запад заговорил о прекращении огня? Думаю, ответ очевиден. После того, как террористы понесли существенные потери и начали терпеть одно поражение за другим. Однако любое перемирие должно подразумевать разоружение боевиков. Любой, кто поднял оружие против государства, является террористом.